Я люблю рисовать. Я люблю рисовать маму. Природу люблю рисовать, потому что она красивая. Я люблю рисовать еду, потому что она вкусно выглядит. Обычно я рисую пейзажи. Цветы, полянку, солнце. Рисунок – это отображение нашего настроения, желаний и мечты. Все люди мечтают, особенно мы, дети. Я мечтаю стать богатой. А собачке маленькой. Я бы мечтала попасть в телевизор. Я мечтаю быть великим художником. Я мечтаю, чтобы все люди на планете не имели желания брать оружие и воевать, а чтобы все друг друга любили. Чтобы все были дружными, чтобы все были радостные и веселые. Благотворительный фонд объединения мировых культур провел конкурс рисунков, который так и называется «Искусство детских мечтаний» на тему «Мои новогодние праздники». Ведь самые сокровенные желания сбываются именно под Новый год. В этом конкурсе приняло участие огромное количество детей со всей Украины. Художники от 3 до 16 лет прислали свои уникальные работы. Я нарисовала сочельник на Черной горе в Киеве. Я хотела рассказать, как люди в давнем Киеве отмечали новогодние праздники. Я нарисовала рисунок «Святообъедные», потому что на этом рисунке нарисованы дети разных национальностей. Я хотела этим рисунком показать, что неважно, какого цвета у тебя кожа, какие у тебя мама или папа, все равно должен быть у тебя праздник. Все рисунки были выставлены в Фейсбуке, ну а победителей выбирали путем открытого голосования. Участников и победителей наградили подарками и призами. Вы победили! Какие ваши эмоции? Я очень рада, что я победила в этом конкурсе. Я благодарна организаторам этого конкурса, что они дают возможность показывать свое творчество. Я благодарна Объединению мировых культур за то, что он организовал такой прекрасный конкурс. Я еще не участвовала в таких великих конкурсах. Я в чем-нибудь маленьком. Не детское развлечение, я бы так сказал. Мне очень понравились все работы наших участников, особенно победителей. Очень высокого уровня работы получились, очень разнообразные, красочные и очень позитивные. Вы организатор конкурса. Как вам пришла эта идея? Благотворительный фонд объединения мировых культур всегда полон идей. И сейчас мы решили поддержать талантливых деток, художников, из которых вырастут известные художники, иллюстраторы, дизайнеры. Мы объявили конкурс 1 декабря. И 14 января мы уже подводили итоги. И сегодня мы вручали подарки в блокбастере для наших деток, которые победили в этом конкурсе. Ну, конечно, самый главный приз от благотворительного фонда. Нашим победителям мы подарили этюдники. Они теперь смогут ходить с ними на пленэр и рисовать летом природу. Ну а главное, ребята побывали на замечательном празднике в развлекательном центре «Блокбастер». Для них приготовили конкурсы, развлечения и путешествия в парк профессий «Кидландия». Почему вы решили поддержать именно этот проект? Потому что мы очень любим деток. Мы большой семейный развлекательный центр. И мы с большим удовольствием поддерживаем любые инициативы для деток. И всех с удовольствием ждем в гости к нам еще не один раз. Не бойся мечтать! Смело бери за карандаш